На одной из площадок Шадринского инвестиционного форума обсудили лучшие практики реализации проекта «Городская среда» и перспективы его развития. Региональный координатор партийного проекта Игорь Прозоров рассказал, что в 2017 году на его исполнение было потрачено около 200 миллионов рублей. Проект был реализован очень успешно в Курганской области. По итогам 2017 года Курганская область по рейтингу Минстроя заняла 6-е место. О том, что сегодня происходит с городским пространством, говорила директор проектов благоустройства 40 городов России Александра Сытникова. По ее словам, проблемы, которые сегодня касаются городов всего постсоветского пространства, это хаотичная парковка, отсутствие разнообразия и функционального наполнения территорий, недостаточный уровень освещенности, отсутствие элементов климатического контроля и избыточная ширина проезжей части. Также архитектор рассказал о существующих практиках системного изменения городской среды и показала реальные успешные примеры изменения городского пространства в городах России – Грозном, Оренбурге, Кемерове, Екатеринбурге, Саратове и Новосибирске. О том, как будет выглядеть набережная в Шадринске, рассказала руководитель комитета по строительству и архитектуре администрации города Татьяна Туганова. Этот проект в качестве приоритетного шадринцы выбрали в результате голосования в марте 2018 года. Он предполагает благоустройство двух кварталов на берегу реки Исеть, в границах улиц Комсомольской и Володарского и появление видовых площадок. Далее мы попадаем на видовую площадку с бетонным парапетом и столбиками, с встроенными светильниками. Облицовка выполняется из гранитной плитки с декоративной решеткой из металла. В центре площадки будет выполнена гранитная ротонда, скамья примирения. Также здесь планируется клумба, мощение всей площадки гранитной и цветной тротуарной плиткой. Вторая часть набережной станет двухуровневой. В центре второй видовой площадки установят скульптуру. Сейчас идет обсуждение, каким именно будет этот объект. Также на набережной появится детская площадка, скейт-площадка, велодорожка и фонтан. Общая площадь благоустройства составит примерно 17 тысяч квадратных метров. Как отметила Татьяна Туганова, главная задача в 2018 году – разработать всю проектную документацию для реализации этого проекта.